Не-не, на бревне. Угу. И у нас выходит Яна Ворона. Город Воронеж. Нетрудно ее запомнить. Яна Ворона Воронеж. Молодец. 2,5 поворота, да, как мне показалось? И без опоры всякой. Пошла и все. Ах, и как хорошо. Все. Кольцо. Двумя. Вот здесь Яна как раз-таки отличается высотой отталкивания от бревна во время выполнения прыжковых элементов. Ну, вот она такую серию уже стандартная. Ах ты, какой красивый шпагат. Чуть-чуть бы не хватало до кольца. Ну, пусть не считают. Здесь сальто неплохо. Молодец, еще раз повторяю, сальто вперед. И прыжок в кольцо. Прыжок, конечно, максимально надо делать через шпагат, чтобы уж совсем сюда сходили. Стоять! Конечно, это же на 10 сантиметров.